У Светланы ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Он приводит к неизлечимому заболеванию – СПИДу. 3 года назад женщина узнала, что больна. У меня был незащищенный секс. Вот поэтому я пошла сдать тест. У меня был сомнительный сначала результат. Время ожидания 3 месяца. Меня отправили на 3 месяца. То есть это окно, когда я ждала. Потом пересдала тест, пришел положительный. Половой контакт без контрацепции – один из главных путей передачи вируса. В крае статистика зараженных ВИЧ – не лучшая по стране. По итогам прошлого года наш регион оказался близок к десятке худших. По некоторым показателям – 12 место из 85. Главный врач краевого центра по борьбе со СПИДом Валерий Шевченко говорит, что позитивные изменения все же есть, но пока незначительные. По итогу года отмечено, что темпы прироста несколько уменьшились. На 3% меньше новых случаев, чем в прошлом году. В целом, ситуация остается напряженной, и об этом нужно говорить, и еще много предстоит приложить усилий, чтобы ее изменить радикально. Помочь врачам, как всегда, просто. Самому следить за профилактикой, пользоваться презервативами и, как минимум, не брать чужие шприцы и бритвы. Если подозрения все же есть, в центре по борьбе со СПИДом проводят бесплатные анализы. Направления, конечно, могут дать и врачи, а можно пройти самому, сделать экспресс-тест и уже через 15 минут узнать результат. Если нет никаких особых медицинских показаний, вам все равно необходимо пройти этот тест, если у вас был незащищенный половой контакт, вам делали пирсинг или татуаж. Тем более, совершенно безопасно, я сейчас сам пройду этот тест. Он быстрый, стерильный, все предметы одноразовые. Начнем? Все анонимно. Вам дают личный номер, а потом за закрытой дверью называют результат. У меня он оказался отрицательным. Вируса нет. А вот у 2 из 17 пришедших сегодня положительный. Таких пациентов тут же отправляют в лабораторию этажом выше, чтобы проверить данные уже на другом анализе. Если вовремя обнаружить вирус, то врачи и препараты помогут продолжить полноценную жизнь, как у нашей героини Светланы. Чувствую я себя прекрасно. Качество жизни у меня никак не изменилось. Я работаю, у меня семья, у меня взрослая дочь, я живу с мужчиной. Все прекрасно. И принимающий препараты, и пренебрегающий ими, любой больной ВИЧ безопасен для социума. Как говорят среди людей с этим вирусом, если хотите знать, как выглядят больные ВИЧ и СПИДом, посмотрите в зеркало. От здоровых они ничем не отличаются. Андрей Дриер, Николай Шилко, наши новости.